Я убежден, обучение в IT должно быть доступно каждому. Именно поэтому я создал уникальный курс для тех, кто хочет освоить программирование с нуля. Что делает этот курс уникальным? Мы предлагаем полный набор базовых знаний от решения задач и структур данных до алгоритмов и баз данных. Обучение сразу двум популярным языкам — Python и JavaScript, понимание работы веба и создание собственного веб-приложения с искусственным интеллектом. Практические советы по развитию карьеры и поиску работы, основанные на моем личном опыте в индустрии. Наш курс представлен на трех уровнях объяснения. Если что-то непонятно на одном уровне, переходите на следующий, где материал изложен еще проще. Такой подход вы больше нигде не встретите. И самое главное, курс стоит в десятки раз дешевле аналогичных программ от раскрученных школ и станет отличной инвестицией в ваше будущее. Ссылка на курс с весомой скидкой в описании под видео. Присоединяйтесь и начните свой путь в IT уже сегодня. Итак, как насчет еще одного строительного блока из прошлого раза, который мы сейчас перейдем на C, а именно циклы. Вещи, которые происходят снова и снова, и они тоже повсюду встречаются в этом коде. Так, в Scratch вот как мы могли бы мяукнуть 3 раза, очень просто. Все это будет выглядеть немного странно, но со временем вы привыкнете и к этому, если никогда раньше не программировали. Это выглядит достаточно громоздко. Хорошо, но давайте разберем это построчно, и вы увидите, что у вас больше не будет такой же реакции, потому что все начнет выглядеть очень похоже на себя. Но что мы здесь делаем? В C у вас нет роскоши этих милых и забавных элементов пазлов, которые просто делают работу за вас, повторяют 3 раза. На самом деле в C и в программировании в целом иногда работа ложится на нас, чтобы действительно понять хорошо, как я могу использовать функции, переменные, условные выражения, циклы и реализовать некоторую идею, такую как повторение, как цикл. И вот как это может работать в C. Как я могу сделать что-то вроде печатать мяу 3 раза? Что ж, теперь я знаю о переменных. Давайте разберем и циклы. Я видел, как я могу обновлять переменные, прибавляя или отнимая от них некоторое значение. Давайте объединим эти идеи. Итак, во-первых, что я делаю с этой выделенной строкой на английском? Если бы друг спросил вас сегодня позже, типа, что делает эта строка кода, что бы вы сказали? Она создает переменную с именем counter и устанавливает ее равной 3. Хорошо, она создает переменную с именем counter и устанавливает ее равной 3. Я буду использовать немного новый жаргон. Я определяю переменную, это был бы термин, называемый counter, и устанавливаю ее равной 3. Так что я буду использовать свою руку, чтобы представлять счетчик. И это все, что представляет собой переменная. Это как хранилище в некоторых случаях, где я представляю информацию, используя в данном случае свою руку или память компьютера здесь. Теперь, что происходит при использовании циклов C? Существуют разные типы циклов, один из которых называется цикл while. Цикл while работает следующим образом. Внутри круглых скобок находится логическое выражение, точно так же, как внутри условного оператора, который задает вопрос. Но на этот раз вопрос будет определять, продолжаете ли вы проходить через цикл снова и снова и снова. Так что это не обязательно единовременная вещь. Он проверяется снова и снова и снова, чтобы решить, когда пора прекратить цикл. Хорошо, итак, он сначала задает этот вопрос, счетчик больше 0. Очевидно, ответ «да», потому что я все еще держу 3 пальца. Так что происходит? C переходит внутрь фигурных скобок согласно отступу и выполняет printf мяу, который печатает мяу на экране. Следующая строка кода выполняется, что, напомню, эквивалентно простому вычитанию единицы и счетчика. Так что я думаю, что опущу 1 палец, и у меня остается 2. И что происходит дальше? Ну, это вы просто должны запомнить. Как только вы доберетесь до конца внутренней части цикла, вы возвращаетесь к началу цикла. Здесь и задаете тот же вопрос, тоже логическое выражение. Итак, 2 больше 0. Хорошо, очевидно, да. Так что вы входите в него, печатаете мяу, вы входите в него и уменьшаете счетчик еще на 1. Так что теперь моя рука держит 1. Теперь мы снова возвращаемся к логическому выражению. 1 больше 0. Очевидно, мы печатаем 3 мяу. Затем мы снова уменьшаем счетчик, и моя рука становится 0. Мы еще раз обходим 0, больше 0, нет, и теперь программа просто завершается. Или если бы здесь было бы больше кода, он бы просто выпрыгнул из фигурных скобок и продолжил двигаться ниже по экрану. Так что это все, что происходит. И это то, что MIT имеет роскошь делать с помощью картинок. Но в MIT кто-то, вероятно, по сути написал код, который выглядит так, чтобы дать нам иллюзию, абстракцию этого. Так что это то, что мы изучаем сегодня, это то, как они изобрели эти элементы пазлы, просто используя более низкоуровневую технику, если хотите. Вот так здесь, да? А
Очень хороший вопрос. Что произойдет, если вы создадите переменную внутри фигурных скобок? Короткий ответ — это просто не будет работать в C, потому что если бы я попытался здесь на своем слайде, например, переместить эту строку кода здесь вниз, внутрь этого, например... Теперь самая верхняя строка кода пытается использовать счетчик до того, как он вообще существует. Так что C очень буквален. Он читает сверху вниз, слева направо. Если он не видел, как вы определяете или создаете переменную, вы получите вместо этого какое-то страшное сообщение об ошибке на экране. Хорошо, другие вопросы по этому коду здесь? Нет? Хорошо. Хорошо, так что если мы хотим немного ужать это? Позвольте мне предложить, что мы могли бы сделать это вместо этого. Итак, помимо этой версии кода, позвольте мне просто сделать что-то более каноническое, более общепринятое. Так что вы совершенно не против использования такой переменной, как counter. Это то, что Scratch использует по умолчанию. Это очень подробно. Он делает то, что говорит. Честно говоря, как только вы освоитесь с программированием, как и большинство типичных программистов, всякий раз, когда у них есть одно целое число в программе, единственной целью которой является подсчет, они просто используют I для целого числа, точно так же, как я использовал C для символа. Когда у вас есть более крупные программы, вы не захотите начинать использовать A, B, C, D, E, F и так далее для своих переменных, потому что ничего не будет иметь смысла. Но когда вы делаете что-то супер простое, например, считаете с помощью целого числа, использование переменной с коротким именем стилистически вполне разумно. Но я могу ужать это еще больше, не просто переименовав counter в I. Что еще я могу сделать, если вы помните, вот здесь... О, хорошо, цикл for, но в цикле... Если while, я могу ужать это еще немного, вот здесь. Да, вместо i равно i минус 1, я могу ужать это вот так. И мы не видели минус раньше, но идея та же. I минус равно единице, или еще более кратко, i минус минус. Так что, когда вы освоитесь с программированием, любой из этих подходов будет правильным. На данный момент это было бы более общепринятым, так что если вы хотите писать код, как большинство других людей пишут код, вы в конечном итоге примете такие соглашения. Хорошо, так что это делает то же самое, но давайте теперь применим это на практике. Позвольте мне вернуться к VS Code, позволю себе очистить терминал и закрыть agree.c, как и раньше, и я создам файл под названием meow. Итак, код meow.c, и позвольте мне сделать это в некотором роде неправильно. Позвольте мне включить studio.h в верхней части, int main void после этого, внутри этого позвольте мне сделать printf meow, и знаете что, я не хочу продолжать печатать это, позвольте мне просто скопировать, ставить еще два раза. Итак, я утверждаю, что это правильно, make meow.slash/meow, готово. У меня есть код, который печатает meow три раза, но это опять же уже должно вызывать у нас неприятные ощущения. Почему? Да? Потому что у меня есть дублирование. Я имею в виду, я буквально скопировал и вставил код. И это своего рода хорошее эмпирическое правило. Если вы в будущем начнете обнаруживать, что копируете и вставляете код в пределах одной и той же программы, вы, вероятно, делаете что-то не так. Есть лучший способ спроектировать это, даже если это правильно. Так что это явно кандидат для цикла. Давайте его и напишем. Позвольте мне просто удалить все эти дублирования, и давайте создадим переменную с именем i, установим ее равной 3. Далее мы создаем цикл while и проверяем, что i больше нуля. Внутри этого цикла давайте напечатаем просто meow один раз, но я буду использовать этот код снова и снова, потому что здесь я собираюсь сделать i минус минус. Итак, это в точности тот же код, сжатая версия, которую мы видели некоторое время назад. Теперь давайте сделаем make meow точка slash meow, и это все еще работает. Почему эта версия лучше? Потому что если вы хотите, чтобы кошка мяукала 5 раз, вы меняете это в одном месте. Если вы хотите сделать из кошки собаку, вы меняете мяуканье на гавканье в одном месте. Хотя в конечном итоге меняете имя файла, но меняете его в одном месте. Не беспокойтесь о том, чтобы менять его снова и снова. Но есть и другие способы это сделать. Например, я мог бы предложить что-то такое. И на самом деле, давайте посмотрим, что вместо того, чтобы просто делать это так, чтобы было ясно, да, давайте предложим, что вместо этого мы можем считать в разных направлениях. Я вроде как навязываю эту идею начать с трех, и идти до нуля. Но когда обычные люди в этой комнате, если вы когда-нибудь что-то считаете, вы, вероятно, считаете 1, 2, 3 и все. Вот как мы бы считали в реальном мире. Что ж, мы можем сделать это и здесь, в коде. Мы могли бы инициализировать i как единицу, мы могли бы проверить, что i меньше или равно 3, и мы не видели это синтаксис раньше, но нет простого способа на типичной клавиатуре набрать знак меньше или равно, как в математической книге. Поэтому мы используем два символа, знак меньше, а затем знак равно, спина.
спина к спине, и это означает меньше или равно. И это та же идея, если только я плюсую i внутри нее, потому что цикл начнется с 1, затем 2, но не остановится на этом. Оно будет идти по нарастающей, пока i не станет равным 3. Как только i станет равным 4, это логическое выражение уже не будет истинным. Так что цикл останавливается после 3 мяу в общей сложности. Но есть и другой способ, и это, вероятно, наиболее общепринятый способ, и вы должны делать это именно так, даже если это также правильно. В информатике, вы уже видели на прошлой неделе, мы почти всегда начинаем считать с нуля. Почему? Просто потому, что мы не тратим впустую паттерн битов. Так что, как правило, когда вы начинаете писать код, который считаете, вы должны в кавычках почти всегда начинать с нуля, считать до, но не через общее количество, о котором вы заботитесь, чтобы случайно не получить лишнего. И это был бы самый обычный способ сделать то, что мы только что описали. Но они все правильны. Вы можете утверждать, что все они одинаково хороши. Это то, что большинство людей в кавычках сделали бы. Хорошо, есть ли другие вопросы по этому синтаксису или логике? Нет? Хорошо. У нас на горизонте еще немного печенья, но прежде чем мы до него доберемся, давайте помяукаем еще несколько раз, если можно. Итак, как насчет того, чтобы сделать немного по-другому, в отличие от цикла while? И я думаю, вы уже об этом слышали. Оказывается, есть еще один тип цикла. Итак, этот цикл вот здесь. И этот цикл, если вы можете в это поверить, вероятно, даже более общепринят, чем тот другой способ. И это лейтмотив программирования. Редко бывает один способ, один правильный способ что-то сделать. У вас будет множество различных инструментов в вашем наборе инструментов. И ваш код может отличаться от кода кого-то другого, потому что каждый из вас имеет тенденцию тянуться к разным инструментам в этом наборе инструментов. И вот еще один инструмент, и, как вы предположили ранее, это цикл for. Цикл for — это просто еще один способ достижения той же самой цели с использованием немного другого синтаксиса. И он привлекательно, откровенно говоря, в целом, потому что он немного более краток. Он просто экономит некоторые нажатия клавиш, даже если вам приходится запоминать порядок, в котором он работает. Этот код функционально идентичен этому коду здесь, но эстетически, конечно, он выглядит по-другому. Как это работает? В цикле for обратите внимание, что в скобках не одно простое логическое выражение, а есть три вещи. Первое, перед точкой и запятой, это место для инициализации переменной, обычно для подсчета. Второе, это логическое выражение, так что оно все еще там. Оно просто окружено слева и справа двумя другими вещами. Наконец, обновление. Что вы хотите сделать в конце каждого прохода через этот блок кода. Так что вы, вероятно, вы уже можете представить, куда мы движемся, как это работает. Первое, что происходит, это то, что переменная с именем i определяется и инициализируется значением 0. Это происходит один и только один раз. Затем мы проверяем условия 0 меньше 3. Очевидно, что да, так что теперь мы пока что не делаем инкремент, мы входим в цикл. И здесь цикл for поначалу немного сбивает с толку. Мы печатаем мяу. Что происходит дальше? Больше нет срок, поэтому возвращаемся к циклу for и в этот момент увеличиваем i, так что теперь i равно 1. Затем мы проверяем условия i меньше 3, да, потому что 1 меньше 3. Мы возвращаемся в цикл и печатаем мяу. Теперь мы возвращаемся к инкременту, поэтому i теперь равно 2. Мы проверяем условия 2, очевидно, меньше 3, поэтому мы возвращаемся в цикл и печатаем мяу. Затем мы делаем инкремент. I теперь равно 3. 3 меньше 3? Нет, поэтому мы выходим из цикла и мы закончили. Или мы продолжаем двигаться вниз, если у нас есть еще код. Но сколько раз я сказал мяу? 1, 2, 3 в общей сложности, когда моя рука была 0, 1 и 2. Вопросы по этому альтернативному синтаксису? Требуется некоторое время, чтобы привыкнуть, но я бы сказал, что большинство людей пишут циклы, используя цикл for. Да, если вы действительно хотите быть крутым и сэкономить синтаксис, да, это правильно и довольно обычно убирать фигурные скобки, если у вас только одна строка кода. Мы в классе всегда будем ставить фигурные скобки, потому что это тот случай, когда, если вы забудете, вы позже вернетесь и добавите вторую строку. Типа, черт возьми, вы забыли фигурные скобки, и все будет работать не так, как ожидалось. Так что в целом используйте фигурные скобки, но, строго говоря, вы не обязаны. Другие вопросы по циклу for, да? О, можно ли сделать это без условия? Да, есть очень хитрые вещи, которые вы можете сделать, но мы не будем на этом сосредотачиваться сегодня. Но да, если вы хотите избавиться от условия, вы можете убрать это здесь. И это фактически оставит цикл работать вечно, что может быть хорошо, если это похоже на часы, которые вы хотите запустить навсегда. Но часто в коде это не очень хорошая идея. Однако, хороший вопрос.
Итак, помимо этого, давайте просто поместим это в контекст. На случай, если это может вам помочь, если вы визуал, то это просто еще одна блок-схема, которая представляет то, что делает этот цикл. Ранее все наши стрелки шли сверху вниз и останавливались, но теперь есть стрелка, идущая обратно вверх и вокруг из-за этого цикла, вот этого цикла. Итак, когда мы запускаем эту программу, мы устанавливаем i равным нулю. Затем мы проверяем i меньше 3, очевидно, это так, поэтому мы печатаем мяу. Мы увеличиваем i, а затем возвращаемся к тому же условию. Мы проверяем условия. Мы печатаем мяу. i++, возвращаемся. Теперь, если i равно 3, 3 не меньше 3, поэтому ответ ложь. И мы останавливаемся. Итак, еще раз, это просто еще один способ представить то, как код в C может работать по-другому в каждом из этих контекстов. Но есть еще один элемент головоломки в Scratch. Напомним, это не блок повторения, который предназначен для конечного счета повторений, а блок forever. И в C есть способ сделать это, но он выглядит немного странно. Нет ключевого слова forever, но вы можете использовать цикл while. Или, как вы предложили, вы можете фактически использовать цикл for без условия посередине. Так что здесь я могу это сделать. Если я хочу делать что-то вечное, я хочу убедиться, что ответ на мой вопрос, логическое выражение, всегда истина, всегда истина, всегда истина. Самый простой способ достичь этой цели — просто буквально написать там true. Потому что истина есть истина, что бы ни случилось. И это уловка, чтобы заставить цикл вечно идти по кругу. То есть, если вы хотите сделать так, чтобы код жил вечно, непрерывно мяукал, или, например, у вас часы, которые вы хотите, чтобы тикали вечно, или тому подобное. Так что здесь, например, показано, как мы могли бы заставить кошку бесконечно мяукать, используя этот так называемый цикл for. Но вспомните, что в Scratch у нас также была возможность создавать некоторые из наших собственных элементов головоломки. И это тоже то, что мы сможем сделать и здесь, в C. Позвольте мне сделать именно это, представив аналог этого, но уже в C. Итак, здесь, например, в Scratch наше определение функции с именем мяу, единственной целью которого было просто воспроизвести звук мяу, пока он не закончится. Сначала это будет выглядеть немного странно, но вы заметите некоторые сходства с main. Итак, вспомните эту вещь, которую я продолжаю набирать с main. Int main void, int main void. На сегодня для нас это просто эквивалент, когда нажат зеленый флажок. Но если вы хотите создать свой собственный элемент головоломки или свою собственную функцию в C, вы пока что буквально делаете вот это. Вы говорите void, имя функции, которую хотите создать, а затем void в скобках. И технически это означает, что эта функция не имеет возвращаемого значения. Она не передает вам ничего обратно, как getString или getInt. А void в скобках означает, что она не принимает никаких входных данных, она только мяукает. Вам не нужно говорить ей, как мяукать, она просто будет мяукать, так что никаких аргументов, так сказать. Это буквально просто печатает мяу, но она создает для меня абстракции идеи мяуканья. Мне не нужно знать, как использовать printf, или что вы используете printf, чтобы заставить кошку мяукать. Теперь у меня есть функция под названием мяу, потому что в Scratch, напомню, я использовал ее вот так. Когда кликали на зеленый флажок, я мог повторить 3 раза этот новый собственный элемент головоломки, но в C я теперь мог бы сделать вот это. В моей основной программе я могу использовать цикл for, точно так же, как мы видели некоторое время назад, скопированный или вставленный из более раннего кода, но теперь я могу вызвать свою собственную функцию C с именем meow. И давайте сейчас этим и займемся. Если я перейду к своему C-коду обратно в VS Code, позвольте мне удалить все внутри main, и давайте сделаем цикл for int i равным нулю, i меньше 3, i++. Внутри моих фигурных скобок мы говорим meow, но теперь мне нужно, чтобы функция meow существовала, потому что если я снова сделаю make meow, обратите внимание на ошибку. Неявное объявление функции meow действительно в C99, версии C99 года. Что это значит? Ну, он не знает, что такое функция meow. И функция meow, ее нет в CS50.h, ее нет в STDO.h, я должен ее создать. Так что давайте напечатаем, или скорее скопируем и вставим то, что было на экране некоторое время назад. Void meow void printf, кавычка, без кавычек meow, закрывающаяся кавычка, точка запятой. Но и здесь давайте немного сдвинем это вниз, чтобы вы могли видеть весь код сразу. И давайте сделаем make meow. И, к сожалению, у меня все еще есть ошибка. Если я прокручу вверх, все еще в строке 7meow.c, мой компилятор думает, что meow недействительно, что его не существует. Это тоже распространенная ошибка, и как бы просто не был этот код по сути, где я ошибся, да, посередине.
Да, мне нужно определить функции до того, как я использую. Итак, еще раз, C воспринимает вас буквально. Если вы пытаетесь вызвать мяу в строке 7, вам лучше не определять ее в строке 11. Вам лучше определить ее выше, так что самым простым исправлением будет просто сделать вот это. Давайте я очищу свой терминал. Позвольте мне выделить и просто удалить функцию мяу, и давайте просто вставим ее сюда. И это фактически решит проблему. Теперь makeMeow работает. И если я сделаю ./meow, это тоже работает, но это не самое лучшее решение, потому что если ваше решение постоянно... поместите его туда. Я уверен, мы могли бы придумать ситуацию, когда одна функция должна быть выше другой, но она должна быть выше другой. И это просто не будет работать в общем случае. И что еще более важно, это просто отодвигает main все ниже и ниже в вашем файле. Но суть вашей главной функции в том, что это точка входа, и то, что происходит, когда щелкают зеленый флажок. И поэтому, с точки зрения некой конвенции кода, просто полезно, чтобы main всегда была в верхней части файла, потому что тогда вы можете быстро ее найти. Так что другое решение здесь могло быть просто оставить мяу внизу, а main вверху. Но это единственный случай, если можно так выразиться, когда копирование вставка допустимо. Так что то, что я выделил здесь в строке 11, называется прототипом функции. Это достаточно информации, чтобы дать вам имя функции и возвращаемое значение, а также любые аргументы. И поэтому, если вы просто скопируете, вставите эту строку и закончите ее точкой с запятой, этого будет достаточно, чтобы намекнуть компилятору, что хорошо, она еще не существует, но будет. И она будет выглядеть так. Это единственный случай, когда можно скопировать, вставить самую первую строку, написанную вами функции, в начало файла с точкой с запятой, чтобы вы могли удовлетворить компилятор. Итак, если я запущу makeMeow сейчас, по-прежнему нет ошибок. ./meow, и теперь это работает. Но позвольте мне добавить одну последнюю функцию, возвращаясь к Scratch. А затем пришло время для перекуса. Итак, здесь, напомним, была своего рода последняя замысловатая вещь, которую мы сделали в Scratch, где мы создали не только свой собственный пользовательский элемент головоломки, но он также принимал и входные данные, так что нам не нужно было продолжать использовать цикл самостоятельно. Мы могли просто позволить функции meow сказать, сколько раз вы хотите, чтобы кошка мяукала. Итак, в C нам не нужно вносить так много изменений, помимо вот этого. Мы меняем прототип, чтобы он принимал аргумент внутри скобок. И это и есть весь синтаксис. Если вы хотите, чтобы ваша собственная функция в C принимала один или только несколько аргументов, вы даете аргументам имя. N, или как вы там его хотите назвать. Но вы должны сказать C, какой тип у этого входного значения, так что это int n. Таким образом, будет известно, что это целое число. И затем вы можете просто использовать n в своей программе. Так что вместо жесткого кодирования, ручного ввода, числа 3, я просто использую здесь n. Так что это эквивалентно тому, что я сделал с Scratch, просто перетащив туда переменную n, и тогда meow будет печататься столько раз. Если я захочу затем использовать это, обратите внимание, это последняя версия кошки, которую мы сделали на прошлой неделе, вы просто говорите meow столько раз. Так что в C это то место, где код становится очень кратким, потому что все, что делает основная часть программы, это мяукает 3 раза. Итак, это снова абстракция. Мне не нужно знать, заботиться или помнить, как реализован мяу. Мне просто нужно знать, каково его возвращаемое значение, его имя и любые аргументы к нему. Итак, если я проведу это изменение, я думаю, мы можем заставить кошку мяукать любое количество раз. Позвольте мне вернуться к своему коду C здесь, и давайте я вернусь в файл и изменю void здесь на int n, где n просто означает число. Я мог бы использовать i, но n, как правило, является количеством, а не счетчиком. Затем внутри этой функции я собираюсь сделать цикл for для int i, получить 0, i меньше n вместо 3, i++, а затем внутри этого я снова вставлю meow. Мне нужно изменить свой прототип, чтобы он был идентичным, так что еще одно копирование вставка или просто ручное редактирование. Но теперь обратите внимание, что круто в main, так это то, что теперь я могу мяукать, возможно, 3 раза. Сделать meow, enter, ./meow. Хорошо, или если я действительно хочу быть крутым, я могу изменить это на 30 тысяч раз, вернуться сюда, запустить meow, увеличить размер окна терминала для драмы перед перерывом, и вот 30, это была очень быстрая кошка, здесь 30 тысяч, мяу. Я думаю, теперь давайте сделаем 10-минутный перерыв. Итак, мы вернулись, и я понимаю, что до сих пор это было много, верно? Так что здесь много нового синтаксиса, существует множество переводов Scratch на C, но одна из целей того, что мы провели прошлую неделю в Scratch и решали задачи в Scratch на 0, заключается в том,
том, что сегодняшние идеи на самом деле не так уж новы. Это просто много синтаксиса, который станет более удобным и более привычным по мере того, как вы будете практиковаться. До сих пор, однако, мы в основном сосредотачивались на этих побочных эффектах, таких как события на экране, и это было похоже на появление диалогового окна в мире Scratch, но давайте сосредоточимся немного, прежде чем мы исследуем вещи, которые мы не можем делать очень хорошо в коде, на возвращаемых значениях в C. Мы уже видели их, например, getString возвращает значение, getInt возвращает значение, строку и целое число, соответственно. Но что, если мы хотим создать свои собственные функции, которые не просто мяукают и визуально имеют этот побочный эффект мяукания на экране, а фактически передают нам некоторое значение? Что ж, я уверен, что мы можем сделать это и в C. Что ж, давайте пойдем как раз этим путем, давайте вернемся в VS Code, и давайте создадим какой-то простой калькулятор, который просто складывает некоторые числа вместе. Но тот же калькулятор, как мы скоро увидим, может создать нам проблемы, если вы не понимаете, что компьютер делает под капотом. Давайте я запущу код, скажем, calculator.c, и здесь давайте обеспечим себе доступ к библиотеке CS50 с помощью CS50.h. Библиотека stdio.h, конечно, с помощью такой же строки, int main void, который, опять же, мы сегодня просто примем как должное, что мы должны включать в верхней части любой из этих программ. И давайте просто сложим два числа вместе. Супер, простой калькулятор. Итак, он дает мне переменную с именем x. Присвойте ей возвращаемое значение getInt. Я прошу пользователя дать нам x. Дайте мне другую переменную с именем y. Снова присвойте ей возвращаемое значение getInt, но на этот раз попросите пользователя ввести y. И, наконец, давайте просто выведем значение x плюс y. Но я не думаю, что смогу сделать что-то вроде этого x плюс y с точкой с запятой, потому что если я сделаю это, основываясь на том, что мы видели раньше, что на самом деле будет выведено... x плюс y, верно, буквально как x плюс y, так что я думаю, что здесь мне нужен f в printf для форматирования. Я думаю, что на самом деле я хочу вывести значение некоторого заполнителя, потому что я хочу подставить вместо процента i, возможно, в качестве второго аргумента для printf интуитивно. Может быть, просто x плюс y, так что действительно я могу сделать это, потому что оказывается, что в C есть куча арифметических операторов, все те, которые вы могли бы ожидать, включая сложение, вычитание, умножение, деление, и даже это так называемый оператор модуля, который обычно дает нам возможность вычислять остаток при делении одного числа на другое. Но я оставлю это просто с добавлением. И действительно, с printf, если я хочу вывести значение x плюс y, я могу это сделать, но я должен сказать printf, какое значение ожидать. Целое число. Поэтому процент %i вместо процент %s для строки. И я думаю, что это должно сработать. Итак, давайте я вернусь к своему терминалу. Калькулятор, enter, пока все хорошо. ./calculator, и давайте сделаем это просто единицей для x, 2 для y. И действительно, я получаю 3 в качестве вывода. Он не может выполнять вычитание или умножение или многое другое, но, по крайней мере, он выполняет хотя бы такие вычисления. Давайте теперь займемся созданием многоразовой функции сложения, потому что сложение — это то, что мы будем довольно часто использовать. И, возможно, это должно быть абстрагировано с помощью функции, так же, как и мяуканье было абстрагировано некоторое время назад. Итак, позвольте мне вместо того, чтобы делать так, создать функцию с именем add. То есть вместо того, чтобы, как было в прошлый раз, где у меня была функция meow, вместо этого я назову эту функцию add. И на этот раз, в отличие от прошлого раза, я хочу, чтобы add работала немного по-другому. Я пока что не хочу, чтобы add обязательно принимала аргумент, но я хочу, чтобы add возвращала некоторый тип значения. И просто интуитивно, какой тип значения должна возвращать функция сложения? Целое число, так что int. Итак, я собираюсь изменить void, что означает отсутствие возвращаемого значения, ничего не возвращается, на буквально int. Но я не собираюсь пока менять то, что внутри скобок. Я собираюсь скопировать свой прототип сюда. И я собираюсь внести изменения, вернуть x плюс y. И затем здесь, вместо вывода x плюс y, давайте сделаем это. Теперь объявим третью переменную z, равную возвращаемому значению этой совершенно новой функции add, которая будет складывать для меня x плюс y, и затем мы будем выводить значение z. Вместо x плюс y я теперь передаю это функции add, чтобы она выполнила сложение x плюс y. Так что по духу это похоже на мяуканье, но я утверждаю, что возвращаемые значения вот-вот создадут проблему. Итак, позвольте мне снова создать калькулятор, и определенно есть некоторые ошибки.
Итак, здесь у нас есть использование необъявленного идентификатора X, и это на строке 17, так что это довольно далеко в файле. Итак, конкретно моему компилятору не нравится мое использование X в строке 17, но подождите, X явно определен в строке 8. Что интуитивно может объяснить эту проблему, даже если вы никогда раньше не программировали, да? Да, потому что x, y определены в функции main, а не в функции add. Итак, новый термин, который мы собираемся ввести сегодня, это то, что называется областью видимости или scope. Область видимости просто относится к контексту, в котором существуют переменные. Под этим я подразумеваю следующее. В строке 8 я объявил x, в строке 9 я объявил y. Но ловушка есть в том, и здесь фигурные скобки полезны, что эти переменные существуют только в контексте ближайших к ним внешних фигурных скобок. Вот так. Так что я могу использовать x и y в строках 10, 11, 12 и даже до 13, но не после них. Так что я определенно не могу использовать x здесь, в строке 7. Но это проблема, потому что если цель add сложить x и y, но add не может получить доступ к x плюс y, что ж, у нас есть проблема с областью видимости. Как будто x и y находятся вне области видимости для этой функции add. Но это нормально, потому что помните, что каждая функция, которую мы рассматривали до сих пор, может иметь, возможно, возвращаемое значение или побочный эффект. Но она также может принимать 0, 1, 2 или более входных данных, известных как аргументы. Но что если я вместо этого сделаю так? Давайте очистим окно терминала и давайте обновим функцию add, чтобы она принимала не пустой вот, а, скажем, два целых числа. Я назову их произвольно a и b. Я должен указать компилятору, какого типа эти аргументы. Два целых числа, одно с другим. И теперь я могу сделать вот это. Позвольте мне также изменить это здесь. Int a и int b. Просто чтобы прототип был точно таким же. Единственная цель этого прототипа — избежать предыдущей ошибки, когда компилятор не понимал, что функция add существует, потому что она появлялась в файле позже. Итак, здесь на строке 11, если я хочу сложить два значения, x, y, то это теперь наш синтаксис. Мы видели синтаксис в Scratch для передачи входных данных, чтобы указать, сколько раз мяукать, так что это просто указывает функции add, какие два числа сложить вместе. Теперь я должен изменить это на a плюс b, по причинам, которые мы скоро увидим. И давайте посмотрим, правильно ли это. Калькулятор, пока все хорошо. Точка слэш калькулятор, давайте возьмем 1 и 2 для x и y, соответственно. И надеюсь, мы снова должны увидеть 3. Так что же происходит? Итак, здесь я, если увеличу масштаб моей функции add, что именно означает этот int слева на строке 15? Это означает, что у нее есть возвращаемое значение, которое является int, так что она, метафорически выражаясь, передаст мне обратно листок бумаги с ответом, который имеет тип integer. Это уже не слово, как, например, было мое имя. Вместо этого это уже число. Упоминание int здесь и здесь находится внутри скобок, что означает, что эта функция add принимает два входных значения. Первое — это int, второе — это тоже int. И просто потому, что нам нужно было их как-то назвать, я называю их a и b соответственно. Так что, по сути, происходит следующее. Когда я теперь вызываю функцию add на строке 11, я как бы передаю x, я передаю y, но функция add будет воспринимать их как a и b соответственно. Я мог бы назвать их как угодно, я мог бы изменить это на слова первый и второй, и тогда это буквально звучало бы как первый плюс второй. Это вполне себе допустимые имена аргументов или переменных, но кого это действительно волнует? Для такой простой функции a и b тоже вполне разумны. Технически, если подумать, я мог бы даже назвать их точно так же, но пока что давайте не будем этого делать, потому что это нас может запутать. Если у нас есть x и y здесь, x и y здесь, но они явно разные. Просто не делайте этого. Пробуйте придумать разные переменные, чтобы сохранить ясность ума. Но здесь у меня есть функция, которая теперь принимает два целых числа, a и b соответственно. Она просто возвращает их сумму, чтобы я мог сохранить возвращаемое значение add в переменной с именем z, а затем просто вывести его. Но есть еще одна вещь, которую я могу здесь провернуть. Теперь, если мы подумаем о дизайне, даже если вы никогда раньше не программировали, действительно мне нужна переменная z. Ведь я определяю ее на строке 11, а затем быстро использую на строке 12, и это все. Иногда переменные не нужны. Они могут сделать наш код более читаемым, но, строго говоря, и это просто своего рода подстановка в математике. Если z — это то же самое, что add x, y, то давайте я просто удалю строку 11 полностью. Давайте вообще избавимся от упоминания z. Вы действительно можете обойтись без этого.
и подобного блоку Join в Scratch, где я как бы накладывал его на блок Say, как бы складывая их в C, вы можете складывать функции или вкладывать их в математическом смысле. Честно говоря, это немного усложняет чтение, потому что ваш разум должен концептуально погружаться все глубже и глубже во второй аргумент, но это тоже вполне приемлемо. И просто чтобы связать эти смыслы с чем-то из старших классов, это в некотором роде аналогично функции в математике, которая выглядит как f от x, где f — это некоторое имя функции, x — некий произвольный ввод для этой функции. И когда вы начинаете вкладывать функции в функции так, что выход одной становится входом для другой, это похоже на использование подобного синтаксиса f от g от x и так далее. Если вы раньше никогда такого не видели, не волнуйтесь, но если видели, это способ связать некоторые из этих смыслов. Если вопросы по поводу этой идеи о наличии функции, которая не просто имеет побочный эффект, но вместо этого имеет возвращаемое значение, да, сзади? Очень хороший вопрос, который я пытался сегодня замести под ковер, но в каждой из наших предыдущих программ я действительно писал int main void. Технически, всякий раз, когда вы пишете программу, и она заканчивает работу, она на самом деле возвращает значение несколько скрытно. По конвенции, она возвращает число 0, что означает, что все в порядке, и она может вернуть любое другое число, если что-то пошло не так. На самом деле, на вашем Mac, ПК или даже телефоне, если вы когда-нибудь получали странное сообщение на экране, типа что-то пошло не так, и это какой-то странный числовой код, например, ошибка минус 129 или что-то произвольное в этом роде, это обычно означает, что какая-то программа, работающая на вашем Mac, ПК или телефоне, столкнулась с проблемой в главной функции, и это число, которое было возвращено. Но это выходит за рамки сегодняшнего обсуждения, мы еще вернемся к этому, но main всегда возвращает число, по умолчанию это 0, подробнее об этом чуть позже. Итак, с учетом сказанного, давайте разберем то, что мы использовали, так сказать, под капотом, немного вернувшись к самому интерфейсу VS Code. Оказывается, что все это время, хотя я постоянно ссылаюсь на macOS и Windows, на которых, вероятно, работают 99% из нас на своих ноутбуках или десктопных компьютерах, на самом деле в мире существуют другие очень популярные операционные системы, среди которых есть и Linux. Linux — это очень популярная операционная система, которая загружается при первом включении компьютера, и в наши дни она очень часто используется для серверов. Все собственные серверы CS50 работают под управлением какой-либо версии Linux. Некоторые студенты, которым иногда более комфортно, даже запускают Linux на своих Mac или ПК. Таким образом, Linux очень популярная операционная система, и особенно она характеризуется своим текстовым интерфейсом, интерфейсом командной строки, хотя также поставляется и с графическими интерфейсами. Итак, еще раз, этот термин, с которого мы начали сегодня, графический пользовательский интерфейс, это нечто с меню и кнопками. Это буквально то, что вы и я используем каждый день на наших устройствах, иначе известное как GUI, но с сегодняшнего дня вам станет более комфортно, и вы будете больше практиковаться с этим окном терминала внизу, которое представляет собой интерфейс командной строки, или CLI. И чтобы у вас была ментальная модель того, что происходит в облаке, когда вы обращаетесь к cs50.dev, вы получаете доступ к этой версии VS Code в облаке, программному обеспечению, работающему в браузере. Но это программное обеспечение автоматически подключается к вашему собственному персональному серверу в облаке, так сказать. Технически говоря, это докер-контейнер, но это означает, что у вас, по сути, есть свой собственный мини-сервер в облаке, которому доступ есть только у вас. И этот сервер или контейнер работает под управлением операционной системы Linux. И на самом деле, каждый раз, когда я выполнял здесь команду, будь то code make.hello или что-то еще, я выполнял команду отсюда, из Sanders Theater на сервере где-то в облаке, в моем собственном контейнере или сервере Linux. И у вас будет то же самое. Это то, что мы предварительно настроили для вас, установив компилятор и многие другие программные компоненты, которые вы скоро увидите в классе. Но под капотом Linux находится среда, которая скоро станет вам знакомой, которая позволяет вам запускать различные типы команд. И эти команды включают в себя следующее. И это то, для чего вы со временем разобьете мышечную память, но я хотел дать вам представление о некоторых наиболее популярных текстовых командах, потому что, по сути, мы собираемся отнять у вас мышечную память из мира GUI и заставить вас набирать слова, которые представляют двойной щелчок по объектам, перетаскивание других вещей и другие подобные команды, которые вы и я воспринимаем как должное. Поначалу это будет немного болезненно в первые дни или недели, но в долгосрочной
долгосрочной перспективе это сделает вас намного более продуктивным, так что даже после CS50, если вы начнете использовать свои навыки программирования в какой-то другой области, классе или реальной работе, вы просто будете намного быстрее работать на клавиатуре и сможете делать больше работы быстрее. Итак, с учетом сказанного, позвольте мне вернуться к VS Code. Я собираюсь открыть мой файл Explorer здесь, и слева вы увидите все файлы, которые я создал до сих пор на занятиях, и все программы, которые я скомпилировал до сих пор на занятиях. У меня также есть эта директория Source1, которую вы можете загрузить с веб-сайт курса. Там находится весь сегодняшний код, предварительно написанный заранее, так что вам не нужно набирать все, что я буквально ввожу. Но все эти файлы — это то, что я создал, и вы увидите, что файлы C выделены белым цветом, а серым цветом выделены фактически бинарные файлы, машинный код, который я создал и запускал. Вы можете щелкнуть на любом из этих файлов VS Code, чтобы их открыть. Например, вот файл hello.c, и вуаля, он открывается в текстовом редакторе. Но если я пытаюсь открыть hello, это не сработает, потому что это нули и единицы. И, откровенно говоря, компьютер может показать мне все эти нули и единицы, но это просто не будет полезно. И, честно говоря, слишком легко допустить одну ошибку и сломать всю программу. Поэтому вместо этого VS Code говорит, что не может отобразить текст, потому что он двоичный, то есть бинарный, или, возможно, не поддерживаемый в более общем смысле. Поэтому знайте, что вы должны щелкать только на файлах .c при написании кода на C. Но давайте сделаем что-нибудь еще. Предположим, что я решил, подождите-ка, мы приближаемся к концу занятия, и мы еще не закончили. Но что, если я захочу изменить hello.c на goodbye.c, или если я захочу изменить meow.c на woof.c и превратить его в собаку? Что ж, давайте это сделаем. Я могу нажать здесь правой кнопкой мыши или Ctrl щелчком на файле, как на Mac. Я могу найти опцию переименовать, rename, и я могу сделать все это через графический интерфейс. Но вы должны привыкнуть использовать такие команды, как эти вот здесь. И среди команд в этом списке есть mv для перемещения, также известное как переименование. Например, если я захочу изменить meow.c на woof.c, я буквально ввожу mv, пробел, исходное имя файла, пробел и новое имя файла. Это очень похоже на то, что я уже делал с программой code или программой make. Я не только ввожу имя команды, но также и то, что я хочу закодировать или то, что я хочу сделать. В данном случае я ввожу то, что я хочу переместить из старого в новое. Теперь, если я нажму Enter, через мгновение, смотрите на левую сторону, meow.c в графическом интерфейсе должен автоматически измениться, даже если я делаю это все через интерфейс клавиатуры командной строки. И теперь он становится woof.c. Я имею в виду, это не так уж захватывающе, но это просто говорит о том, что они являются одним и тем же. Одно это GUI, второе CLI, но это одно и то же. Кроме того, позвольте мне закрыть графический интерфейс слева, так называемый проводник. И в моем окне терминал я теперь как бы не в своей стихии, типа, подождите-ка, какой файл я создал ранее? Что ж, есть и другие команды. В этом списке по совпадению есть ls, которая выводит список файлов в вашей текущей папке. И как вы, возможно, поняли, здесь mv для перемещения, ls для списка. Люди из мира программирования любят быть лаконичными, краткими и допускать минимальное количество нажатий клавиш. Вот почему все эти команды сокращены вместо полных слов. Но если я вернусь к моему окну терминала и введу ls, вуаля, там точно такое же содержимое моего сервера, но отображаемое текстом. И здесь есть некоторые эвристики. Зеленым цветом со звездочкой обозначены все программы, которые я создал с помощью make, которые являются исполняемыми. Звездочки просто означают, что это исполняемый файл с помощью точки слэша. Между тем, каталог source1, который есть только у меня, потому что я загрузил его заранее, имеет слэш, указывающий на то, что это папка, а не файл. Но все эти белые файлы заканчиваются на .c. Мы создали здесь сегодня их вместе. Теперь, что если мне действительно стыдно за мою самую первую программу hello.c? Что ж, я могу очень деструктивно использовать команду rm для удаления. И rm hello.c запросит меня, немного загадочно, удалить обычный файл hello.c. И удивительно, что эта программа rm имеет код точно такой же, как мы писали ранее для gri.c, где я могу ввести y, чтобы удалить его. Я могу ввести n, чтобы не удалять его. Ну давайте удалим его. Давайте нажмем y, enter. Кажется, ничего не происходит, но в целом это хорошо. Но если я снова введу ls, обратите внимание, чего теперь не хватает. И на самом деле список стал немного короче. Теперь это одна строка вместо двух hello.c теперь исчез. Далее, если вы это сделаете, не так-то просто вернуть файл обратно, поэтому не делайте этого, если вы действительно этого не хотите. Но также для этого ведется резервное копирование этих файлов. Ну а что еще есть? Что ж, есть все эти другие команды, и вы будете сталкиваться с ними со временем. Например, cp — это копировать, mkdir — создать каталог, rmdir — удалить каталог. И, например, давайте я покажу вам одну папку. Если я введу ls, там есть та папка source1, которую я, по моим словам, загрузил ранее. Если вы хотите увидеть, что там что-то есть, вы можете ввести cd для изменения каталога source1, enter, и вуаля, обратите
обратить внимание, что ваше приглашение теперь изменилось. И позвольте мне очистить экран. Просто как визуальное напоминание о том, где вы находитесь, вы можете увидеть перед знаком доллара название папки, внутри которой вы находитесь. Так что на Mac или Windows вы бы обычно увидели графическую папку. Здесь вы просто видите небольшое текстовое напоминание о том, где вы сейчас находитесь. И если я веду LS, вы увидите, что я написал безумное количество файлов перед занятием, и каждый из них представляет разные версии файлов, которые мы кодировали здесь в реальном времени. И обычно у меня есть распечатки, чтобы просто пройтись по вещам последовательно, так что у вас также есть такие копии онлайн. Короче говоря, все эти команды, если вы никогда раньше не использовали их, скоро станут как мышечная память, и они выполняют самые основные операции. Но со временем вы увидите и другие команды, которые делают гораздо больше, чем вот это. Но давайте сейчас перейдем к решению некоторых реальных проблем. И это не случайность, что мы продолжаем рассказывать и ссылаться на Super Mario Brothers в какой-то форме, старую игру для Nintendo Entertainment System, которая позволяет вам в конечном итоге иметь этот двумерный мир, где Марио двигается вверх и вниз и прокручивается слева направо. Вы увидите, что мы можем выделить даже некоторые аспекты Марио в некоторые довольно репрезентативные проблемы программирования. И на самом деле, позвольте мне предложить вам рассмотреть этот экран из оригинальной Super Mario Brothers. Итак, в небе у нас есть 4 облака, каждый с вопросительным знаком. И если вы щелкнете на один из них, или если Марио подпрыгнет под каждым из этих вопросительных знаков, он получит монету или что-то еще, что там выскакивает. Давайте, однако, пока что сведем это к сути и подумаем, как мы можем сделать в Си не голубое небо, не зеленый травянистый холм и так далее, а просто 4 вопросительных знака в ряд. Потому что я смею сказать, что у нас есть строительные блоки, с помощью которых мы можем это сделать. Что ж, самый простой способ — это перейти сюда и запустить код mario.c, а затем в mario.c давайте включим некоторые stdio.h, чтобы у нас был printf. Давайте напишем int main void, как мы уже делали всегда, и внутри main давайте сделаем все предельно просто: 1, 2, 3, 4, обратная косая черта n. Проще не бывает. Это не будет самой красивой игрой, но если я сейчас запущу mario.slash mario, я получу свои 4 вопросительных знака в небе. Хорошо, это не так уж интересно, но это явно кандидат на цикл. Итак, нужен какой-то цикл, верно, чтобы выводить это итеративно. Давайте так и сделаем. Вместо того, чтобы выводить все сразу, я удалю это и напишу цикл for int i равно 0, i меньше 4, i плюс плюс, и внутри цикла я буду выводить только один вопросительный знак. Теперь запустим, выполним make Mario для перекомпиляции, затем .slash Mario. Кто-нибудь не хочет, чтобы я нажимал Enter? Почему? Да, он будет выводить новую строку каждый раз. Обратите внимание, это 4 вопросительных знака, но каждый на своей строке. Хорошо, давайте исправим это. Очевидно, проблема в символе новой строки, обратный слэш n. Удалим его, снова запустим make Mario точка слэш Марио, стало лучше в одном смысле, но хуже в другом. Теперь знак доллара на той же строке, что просто выглядит глупо. Как это исправить? Да? Да, логически у нас сегодня не так много строительных блоков, много новых синтаксических конструкций, но не так много новых идей. Давайте просто используем printf, чтобы вывести буквально один единственный символ, обратный слэш n, но вне цикла, чтобы это произошло после вывода всех 4 знаков вопроса. Хорошо, снова выполним make mario.slash mario, вот теперь все в порядке. Немного глупых синтаксических деталей, но если свести задачу к сути, со временем все должно стать логически понятным. Ладно, как насчет чего-то не просто горизонтального, а вертикального? Мы уже делали что-то вертикальное, и я могу представить, что мы могли бы изменить программу, чтобы просто вводить 3 блока вместо 4 вопросительных знаков. Но что если рассмотреть двумерный мир, и позже в этой игре, если вы пойдете под землю, все будет выглядеть так, со множеством блоков. Давайте представим для простоты обсуждения, что это большая стена, это сетка 3 на 3 блока, то есть не просто один блок, а как бы 3 на 3, всего 9. Теперь уже становится интересно. Вернемся к Mario.c. Я мог бы пойти простым путем и просто сказать: хорошо, давайте выведем с помощью printf, например, 1, 2, 3, обратный слэш n, закрыть кавычки, и затем скопировать, вставить. Я использую символы хэша вместо реальных блоков, но визуально это довольно близко. Теперь снова выполним make Mario.slash Mario, не совсем похож на квадрат. Но это просто потому, что символы хэша чуть выше, чем они шире. Но это правильно, хотя и не очень хорошо спроектировано. Итак, что было бы лучше, чем просто хардкодить, буквально печатать все эти символы хэша? Да?
Интересно, два цикла. А почему два цикла вместо одного? Да, это правильная идея. Один для вертикали, один для горизонтали. И хотя это было еще до нашего времени, вы могли слышать или помнить, что на старомодных печатных машинках, если вставить лист бумаги, можно напечатать строку, потом она прокручивается, еще строку, снова прокрутка и так далее. Примерно так же работает и окно терминала. Можно печатать строки и столбцы, но нужно печатать по одной строке за раз, строка за строкой. Нелегко, но возможно вернуться назад, двигаться вверх и вниз. Но обычно просто идут строка за строкой. Так как же это сделать? Что ж, я могу использовать как минимум один, а может и два цикла. И здесь мы как раз комбинируем различные идеи, изученные сегодня и даже на прошлой неделе. Итак, напишу for int i равно нулю, i меньше трех для сетки 3 на 3, i++. И теперь я немного жульничаю, просто выведу три символа хэша здесь, и все. То есть я как бы жульничаю, я динамически ввожу строки, но все еще печатаю три столбца за раз. Но посмотрим, что получится. Make Mario.slash/Mario, и это работает. Но что, если вы скажете, нет, я хочу 4 на 4, или 5 на 5, или 6 на 6, тогда мне придется изменить 3 на 6 и добавить еще 3 символа хэша. Это выглядит неряшливо, если мы только не делаем это математически. Поэтому давайте сделаем следующим образом. Я буду выводить каждую строку за раз, но для каждой строки я использую другой цикл, чтобы решить, сколько символов нужно печатать слева направо. Для этого я могу сделать еще один цикл for. Эту переменную можно назвать как-то иначе. Обычно используют j. Мы начинаем с i, переходим к j. Если пойти дальше k, возможно, до l, вы, вероятно, делаете что-то не так. Вы не хотите вложенных циклов, но 2 — это нормально. J равно нулю, J меньше 3, J плюс плюс. И здесь я могу вывести один символ хэша без новой строки. Я не хочу напортачить, как раньше. Поэтому просто выведу один символ. Теперь сделаю make Mario.slash/Mario. Но когда я нажму Enter, это еще не будет правильным. Как это будет выглядеть? Думаю, это будет одна строка из 9 символов хэша, потому что я ни разу не использовал обратный слэш n, так что это будет выглядеть довольно неправильно. Между какими строчками кода я должен ставить printf с обратным слэшем n? Посмотрим чуть дальше, назад, да? Между 10 и 11. Итак, я пойду сюда, добавлю printf в кавычках обратный слэш n, точка запятой, вернусь и перекомпилирую Mario. Точка слэш Марио, и скрестив пальцы, вуаля, идеально. Теперь я вывел сетку 3 на 3, это правильно, но если придраться, может быть еще не самый лучший дизайн. Где я, возможно, повторяюсь, да? Да, я имею в виду, что не такая уж большая проблема, но теперь у меня есть два так называемых магических числа. Магических в том смысле, что откуда они взялись, вы просто случайно вставили их в середину своего кода. И то же самое вы сделали здесь. Теперь я должен следить за тем, чтобы не напортачить и не внести изменения в одном месте, но не в другом. Оказывается, вы можете внести эти числа в отдельную переменную. Я могу сделать что-то вроде этого, int n равно 3. И затем я могу просто изменить это на n и это на n, что немного лучше, потому что теперь мне нужно изменить n только в одном месте, если я хочу сделать эту сетку больше или меньше. Это все равно будет работать так же. Итак, make Mario.slash/Mario. Вот наша сетка 3 на 3. Но если я хочу сделать 5 на 5, давайте изменим n на 5. Снова запустим make Mario.slash/Mario. И теперь это большая сетка 5 на 5. Но это немного ненадежно. И оказывается, есть еще один прием, который мы должны представить. Оказывается, C поддерживает так называемые константы. Когда, если у вас есть переменная, которая нужна, потому что она полезна, но вы не хотите случайно ее изменить, или если вы работаете с партнером в классе или с коллегой на работе, вы не хотите, чтобы ваш партнер или коллега случайно изменили это значение своим собственным кодом. Вы в своем коде можете указать C, что это на самом деле константное число, так называемая константа или const. И это просто помешает вам или кому-то другому сделать что-то глупое, случайно изменив его в другом месте. Код будет работать так же, точка слэш Марио, но вы не сможете случайно легко изменить его на что-то другое. И, честно говоря, то, что мы сейчас сделали, также подготовил нас к тому, чтобы сделать это более динамично. Давайте поднимемся сюда и добавим библиотеку CS50, чтобы у нас был доступ к getInt, потому что теперь мы можем сделать что-то интересное, например, запросить у функции getInt размер этой кирпичной стены, и затем мы можем использовать n динамически. Например, давайте увеличим размер моего терминала, запустим make mario.slash/mario размер 3, это дает мне сетку 3 на 3.
Точка слэш Марио размер 5 дает мне сетку 5 на 5. Точка слэш Марио как насчет 50 дает мне безумно большую сетку, но все динамично, и теперь мне даже не нужно менять код, он просто работает. Кстати, если вы удивляетесь, как я чертовски быстро печатаю, иногда это просто потому, что я нажимаю стрелку вверх. Оказывается, Linux будет помнить, если вы настроите его таким образом, все ваши предыдущие команды. Так что если вы нажмете вверх, 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 я могу пролистать последние пару часов команд, которые я вводил, что иногда бывает полезно. Не для нескольких часов команд, а для нескольких последних, просто чтобы сэкономить себе несколько нажатий клавиш. И еще один трюк в окне терминала — сделать это. Если я напишу .ma, и мне надоест, и я не захочу набирать Rio, я могу просто нажать Tab, и он автоматически дополнит на основе символов, которые совпадают. Такие трюки тоже экономят вам время. Ну, давайте сделаем вот что. Можно сказать, что программа сломана. Если я сделаю так, как насчет cat, ну, это работает. Это не позволяет мне сделать что-то глупое, потому что getInt принимает только целые числа. Но он примет 0, что ничего не делает. Он примет минус 1, что тоже ничего не делает, и это плохо. Он не делает ничего странного, но было бы неплохо перехватить это и вместо этого заставить пользователя отдать нам положительное целое число, чтобы мы хотя бы видели что-то на экране. Итак, давайте вернемся к моему коду, и я предлагаю, раз у нас есть библиотека CSwift, почему бы не сделать что-то вроде этого. Я собираюсь изменить вот здесь, я избавлюсь от константы на случай, если пользователю нужно будет ввести ее снова. А что если я сделаю так? Пока n меньше единицы, то есть если это 0, минус 1, минус 2 или что-то еще, давайте снова попросим пользователя ввести целое число и снова спросим размер. И таким образом, только когда n станет не меньше единицы, этот цикл прервется и перейдет к остальному коду. Итак, давайте попробуем. Make Mario, точка слэш Mario 0, не понравилось, минус 1, не понравилось, минус 2, не понравилось, 3, понравилось. Итак, используя цикл, я могу гарантировать, что человек предоставляет мне ввод, который я действительно хочу. Так что это правильно, но я смею сказать, что строки с 6 по 10 можно сделать лучше. Почему это плохо спроектировано? Интуитивно, да? Какое именно повторение, чтобы быть точным, какие строки? 6 и 9. Хорошо, они буквально одинаковы, и это, как правило, не очень хорошо. И, возможно, я мог бы изменить эту, чтобы напомнить пользователю, типа, «Эй, это не положительное число», так что вы можете настроить сообщение. Но просто копировать и вставлять здесь, по большей части, это нехорошо. Оказывается, и это просто одна особенность C, с которой мы хотели вас сегодня познакомить, оказывается, есть еще один способ, который фактически помог бы нам устранить эту избыточность двукратного использования getInt и особенно буквально двукратный запрос одного и того же размера. Поэтому давайте я снова зайду в свой код здесь и удалю цикл, который мы до этого написали. И вместо использования цикла while я представлю что-то, что мы обычно называем циклом do while, который немного отличается. Действительно, мы начинаем с ключевого слова do, а затем внутри фигурных скобок я собираюсь сделать то, что я, возможно, захочу сделать один и даже больше раз после этого. Например, я скажу n равно getInt в кавычках size, а затем в нижней части этого блока кода я собираюсь использовать ключевое слово while, а также скобки, как всегда, для логического выражения. И здесь я задам вопрос. Делать это, пока n меньше единицы, но есть еще одно исправление, которое мне нужно сделать здесь, потому что обратите внимание, что в текущей строке 8 я фактически не указал тип для n. Я еще не объявил n. Но было бы неправильно объявлять n здесь, внутри этого блока do. Почему было бы нехорошо объявлять n внутри этих фигурных скобок? Да, это вопрос области видимости. Напомню, что область видимости переменной обычно ограничена открытыми фигурными скобками, в которых эта переменная и была объявлена. И поэтому, если я объявляю эту переменную в строке 8, я не могу использовать ее в строке 10, но есть решение, хотя оно может выглядеть немного странным. Я поднимусь выше своего блока do, и прежде чем войти в этот цикл, я фактически объявляю n как целое число, но с точкой запятой. Конец мысли. Я не буду утруждать себя присвоением ему значения, потому что я знаю, что логически я все равно присвою ему значение, но уже в строке 9. И что отличает эту версию кода, так это то, что цикл doWhile гарантирует, что мы запросим ввод у пользователя хотя бы один раз. И затем, пока этот ввод не соответствует нашим ожиданиям, например, меньше единицы, он будет выполняться снова, снова и снова. И действительно, семантика такова — выполнять следующее, пока это логическое выражение истина.
Итак, если я сейчас запущу Make Mario, компиляция пройдет нормально. ./Mario, и теперь я введу что-то неправильно, например, 0. Но меня снова спрашивают, я введу, например, -1, и меня снова спрашивают. Но если я введу, например, 10, то поскольку это положительное целое число, я действительно получу сетку из кирпичей 10 на 10. Есть еще одна вещь, которую мы должны здесь представить. C поддерживает комментарии, и некоторые из вас спрашивали об этом, если вы пришли из других языков программирования. Предположим, я хочу запомнить, что я только что сделал с этой программой. Позвольте мне вставить между строками 5 и 6 здесь двойной слэш, запрашивать у пользователя положительное целое число. Это то, что известно как комментарий. И он выделен серым цветом, только в том смысле, что компилятору будет все равно, компьютеру будет все равно. Это заметка для себя, как стикер в контексте Scratch. И он начинается с двойного слэша, что по сути говорит компилятору игнорировать это для человека, а не для компьютера. Но этот комментарий — это способ напомнить о себе, своему коллеге, своему преподавателю, что должны делать несколько строк кода. И теперь этот комментарий может быть print, и как насчет сетка из кирпичей n на n. И что хорошо в комментариях, так это то, что теоретически вы можете обойтись, или кто-то другой может обойтись, просто прочитав этот комментарий, а затем даже не смотреть остальной код. Они могут посмотреть на этот комментарий и не смотреть на остальной код, потому что вы описали для них, что он должен делать. Да? Верно, знак хэштега в Python — это комментарий. В C — это не то же самое. В C hash include означает включить файлы заголовка в библиотеке таким образом. Есть еще вопросы по этим трюкам? Нет? Хорошо. Итак, как и было обещано, в чем C на самом деле может быть не очень хорош? Что ж, предлагаю рассмотреть, что на самом деле находится внутри вашего компьютера. В конечном итоге, будь то Mac, ПК, iPhone, Android, телефон или какое-то другое компьютерное устройство, там есть что-то вроде этого. И это память, иначе известная как ОЗУ или оперативная память, по причинам, к которым мы вернемся через несколько недель. Но это то место, где хранятся данные. Здесь хранится Hello World, здесь хранятся единица и два, и все эти числа. Любые данные в вашей программе в конечном итоге хранятся в памяти компьютера. И самый важный вывод на сегодня в том, что у всех нас есть только ограниченный объем памяти в наших устройствах. У вас может быть устройство высокого класса, в котором много памяти, но она все равно ограничена. А это значит, что вы можете хранить только ограниченное количество файлов на этом устройстве. Есть фундаментальные физические ограничения, хотя математически и теоретически мы должны иметь возможность считать до бесконечности. Так, каковы последствия этого? Что ж, давайте разбираться. В мире чисел, как мы говорили на неделе номер 0, если вы используете только 3 цифры, я затенил четвертую, чтобы подчеркнуть это. Если вы используете только 3 цифры, мы можем считать от 0 до 1 в десятичной системе, до 2, до 3, до 4, до 5, до 6, до 7. И как только вы досчитаете до 8, вам технически, согласно прошлой неделе, нужен четвертый бит. Но если его нет, за каким числом, по-вашему, будет следовать число 7? Число как бы переполнится, верно? Вы переносите единицу, но если некуда поставить единицу, потому что нет четвертой лампочки, нет четвертого транзистора, нет четвертого бита, младшие биты, нули, будут ошибочно приняты за число, которое мы знаем как 0. Так что целочисленное переполнение — это явление, при котором, если у вас недостаточно памяти, если вы считаете достаточно много, число вернется обратно к нулю. Или иногда оно вернется к отрицательному числу, в зависимости от того, поддерживает ли код отрицательные или положительные числа, и 0 в равной степени. Таким образом, это имеет очень реальные последствия в целочисленном переполнении, которое является своего рода фундаментальным ограничением того, как обычно хранятся числа. К счастью, мы обычно не храним вещи на основе количества цифр, а на основе количества битов, а бит — это просто 0 или единица. И вспомните с прошлой недели, что обычной единицей измерения является минимум 8 бит или байт, но еще более распространены 32 бита. Так, например, вот 32 бита, все нули. И если вы посчитаете это число, которое мы знаем в десятичной системе, конечно, равно нулю. Но если я изменю все 32 нуля на единицы, это уже будет очень большое число. Если мы используем только положительные числа, без отрицательных, примерно какое-то число, 32 единицы, это примерно 4 миллиарда в сумме, примерно 4 миллиарда. Почему? Ну, если у вас есть 32 бита, каждый может принимать два возможных значения, 0 и 1, это 2 в 32 степени, что примерно, я оговорюсь, примерно 4 миллиарда. Проблема в том, что если вы хотите посчитать до 4 миллиардов и одного, это немного не точно, это не совсем так, но что если вы хотите посчитать еще дальше? Вам понадобится 33 бит, потому что все остальные в этот момент обнулятся,
и вы можете посчитать от 0 до 2, до 3, до 4 миллиардов и обратно до 0. Или хуже, если вы имеете дело также и с отрицательными числами. Таким образом, тот факт, что в компьютерах используется конечное количество битов, является проблемой, а отрицательные числа добавляют сложности, потому что это конкретно те 4 миллиарда минус 4 миллиарда 294 968 295. Это самое большое число, которое можно посчитать с помощью 32 битов. Если не заботиться об отрицательных числах, конечно, но если вам нужны отрицательные числа, вам придется разделить это пополам, потому что половину нужно отвести для отрицательных, половину для положительных, плюс-минус. И поэтому, если вы поддерживаете отрицательные числа, как вы, вероятно, должны делать на калькуляторе Microsoft или в Microsoft Excel, Google таблицах, вы можете считать только до 2 миллиардов примерно, или до минус 2 миллиардов. Так что оказывается, что когда вы используете типы данных C, вы имеете некоторый контроль над тем, сколько битов на самом деле используется, и этот список длиннее, чем мы рассмотрели сегодня. Но мы довольно долго говорили о целых числах. В наше время они по соглашению занимают 32 бита. Если это недостаточно, вы можете повысить свои переменные до long, которые обычно занимают 64 бита, что не просто вдвое больше, чем целое число, это действительно 64 бита, что экспоненциально больше. Это непроизносимое число, по крайней мере для меня. Это безумно большое число, но оно вам доступно. Более того, мы можем увидеть, что если будем немного безрассудны в том, как мы используем код, и просто, чтобы вы знали, в библиотеке CSWIFT есть функции, которые позволяют использовать эти большие значения. GetLong, конечно, даст вам long, и это не очень очевидно, но %li — это формат для printf, просто чтобы вы знали, для печати целого длинного числа, а не просто целого. Так что это два символа вместо одного. Предположим, однако, что мы на самом деле хотим использовать код с некоторым большими числами. Оказывается, что могут произойти некоторые плохие вещи. Итак, давайте сделаем это. Я верну весь код и изменю свой калькулятор, чтобы сделать что-то, что на первый взгляд должно быть вполне разумным. Давайте откроем калькулятор .c, как и раньше, и там, где мы остановились, у нас была функция add. И знаете что? Я упрощу ее обратно до самой первоначальной версии. Я избавлюсь от функции add и сведу ее к сути, которая больше не сложение. Но давайте просто сделаем деление. На этот раз я хочу вывести, может быть, x, разделенное на y. Итак, вот x, разделенное на y. Это простая программа в моем калькуляторе. Давайте снова запустим makecalculator.slash/calculator и давайте разделим что-то вроде единицы, разделенного на 3. Что должно... Хорошо, странно. Он дал мне 0 вместо, вероятно, 0.3 в периоде. Как вы могли ожидать, для 1 трети. Так, что же можно из этого вынести? Почему я вижу 0, да? И действительно, это именно то, что я приказываю ему выводить. И на самом деле, если мы посмотрим на мою маленькую шпаргалку здесь, с кодами формата, я сейчас использую %i. На самом деле, когда я делю числа, которые могут иметь значение с плавающей запятой десятичную точку, которая плавает слева направо, иначе известные как вещественные числа, я хочу использовать %f для float вместо этого. Итак, я вернусь к своему коду, и давайте попробуем вот это и сделать. %f вместо %i. И давайте выполним make calculator. Хорошо, но это не сработало. Формат указывает тип double, но аргумент имеет тип int. Ладно, так что это тоже не совсем работает. Думаю, мне нужно сделать еще одно изменение. Давайте так и сделаем. Оказывается, что помимо целых чисел существует так называемый float и double. Float использует 32 бита, а double использует 64 бита. И это не обязательно означает, что вы можете увеличить счет. Скорее, это означает, что вы можете иметь больше цифр после десятичной точки. Так что, если вам нужно более точное значение, вы тратите на это память, используя double и 64 бита вместо float. Но мы сохраним простоту и сделаем вот что. Давайте просто выполним вычисление, используя тот тип переменной, который я должен здесь использовать. Пусть будет не int, а float z равно x, деленное на y. И теперь давайте выведем значение z. Строго говоря, мне не нужна эта переменная, но я пытаюсь быть педантичным и на этот раз явно использовать float, чтобы мы увидели вещественное число. Хорошо, давайте выполним makeCalculator.slash/calculator 1, разделенное на 3, равно... Черт, теперь он просто показывает мне больше нулей. Что явно не так, но это из-за проблемы, которую мы в общем случае называем усечением. Усечение — это просто термин, означающий, что если вы делите целое число на целое число, даже если вы получаете дробное значение, дробь просто отбрасывается, потому что вы выполняете только целочисленное вычисление. Так что если после десятичной точки что-то есть, оно просто усекается, буквально отбрасывается. Так, чему должно быть равно единица, разделенная на 3? Очевидно, 0 и 3 в периоде. К счастью, вы отбрасываете все после десятичной точки.
конечной точке, что по-прежнему оставляет вас просто с нулем. И хотя я вижу больше нулей, это потому, что мы отбросили все тройки. Это просто происходит, когда вы используете целые числа и выполняете какое-либо подобное деление. Но есть решение. Мы можем преобразовать или привести целое число к значениям с плавающей запятой. Мы можем сказать C. Я знаю, что это сейчас целое число, но давай обращаться с ним так, как будто у него есть десятичная точка, даже если это точка 0 в конце числа. Я могу пойти сюда и использовать скобки, буквально написав float в скобках. А здесь для y я могу буквально использовать скобки и преобразовать y во float. Этот термин известен как приведение типов. Вы фактически преобразуете один тип в другой, или технически обращаетесь с одним типом так, как будто это другой, даже если это не обязательно имеет математическое влияние. Но теперь это означает, что z будет определяться делением одного float на другой, так что усечение теперь не произойдет. Итак, давайте запустим makecalculator.slash/calculator, и теперь единица, разделенная на 3, вот оно, теперь математика действительно верна. Но, боже мой, нам пришлось пройти через многие препятствия, чтобы заставить это работать. Итак, чтобы прояснить, две проблемы, которые мы, проблема, с которой мы столкнулись, была усечением. Если вы делите int на int, вы получаете int, неважно, чем это должно быть математически. Но если вместо этого вы приводите значение переменной к типу с плавающей точкой или к double, то float, разделенный на float, даст вам float и сохранит все эти тройки. Но есть еще одна загвоздка, или, по крайней мере, потенциальное ограничение компьютеров. Что если я сделаю здесь? Давайте сделаю так. Позвольте мне показать вам один трюк, хотя синтаксис немного странный. Вместо вывода просто %f, давайте выведем %.5f. Это странный синтаксис, и он специфичен только для printf. %.5f означает «покажи мне конкретно 5 знаков после запятой». Итак, если я запущу makecalculator.slash/calculator, 1, 3, вуаля, я получаю 5 знаков после запятой. Если я хочу 6, давайте сделаем так. Я изменю код на 6, makecalculator.slash/calculator, 1, 3, и теперь я получаю 6 троек. Хорошо, разве не было бы здорово быть еще более точным? Дайте мне 20 значащих цифр после точки. Итак, makecalculator.slash/calculator, 1, разделенное на 3, и ого! Так что ваш учитель средней школы, похоже, солгал вам в этот момент. Единица, разделенная на 3, очевидно, не 0 и 3 в периоде с чертой сверху, или просто бесконечным числом троек. Ладно, это не совсем правильный вывод. Упс. Почему я могу видеть эти странные числа вместо просто множества троек? Интуитивно? Почему произошла эта ошибка округления, да? Именно, у компьютера ограниченная память, конечная память, так что он просто не может представить все возможные числа во Вселенной, потому что мы знаем из начальной школы, что этих чисел бесконечно много. Так что, по сути, вы увидите самое близкое, что он может получить. Он округляет до ближайшего значения с плавающей запятой, если хотите, и это тоже связано с тем, как сами числа представлены в памяти под капотом. Я могу это немного улучшить. Давайте уменьшим масштаб и позвольте мне перейти, так сказать, с 32 битов на 64. 4 бита и использовать double. Я все еще могу использовать %f. Вы не используете %d для double. Давайте снова наберем makecalculator.slash/calculator, 1, 3. Я получаю больше троек, но все еще присутствует некоторое округление. Это более точно, но не на 100%, потому что такое невозможно с точки зрения памяти компьютера. Так что это совершенно другая проблема, известная как неточность с плавающей запятой, что является еще одним типом ограничения. Мы видели переполнение целых чисел, если целые числа могут считать только до определенного значения, прежде чем у вас закончатся биты. Неточность с плавающей точкой же означает, что вы не можете представить бесконечное число вещественных чисел, существующих во Вселенной, если у вас есть только конечное количество памяти. Похоже, вам понадобится бесконечное количество битов. Так что это две проблемы, которые фактически могут фундаментально повлиять на корректность не только вашего кода, но и кода в реальном мире. И наглядный пример: в мои времена я окончил университет в 1999 году, и многие в мире думали, что мир скоро закончится, потому что примерно в то же время
когда годы перешли с 1999 на 2000, в мире все еще работало много старого программного обеспечения. И на самом деле это старое программное обеспечение вполне обоснованно использовало только две цифры для обозначения лет. Почему? Вначале память была очень дорогой. Если вы могли использовать вдвое меньше памяти для хранения года, это было выигрышем. Это экономило вам деньги, это экономило вам память. Но проблема, конечно, в том, что много старого программного обеспечения из 70-х и более ранних годов все еще работало в 99-м году. Если только компании или отдельные лица не обновляли это программное обеспечение, 99-й год мог быть ошибочно принят за 1900-й год вместо 2000-го. Потому что весь код просто предполагает, что, конечно, мы говорим о 1900-х годах. Этот код не будет работать 50 лет спустя, но в том случае он все еще работал. Таким образом, людям пришлось поспешить, и они, по сути, должны были решить это, используя больше цифр, переходя от 2 к 4. В наши дни, на самом деле, также 70-х годов, мы используем 32-битные числа для отслеживания времени, в частности, отслеживания количества секунд с помощью целого числа. Начиная с 1 января 1970 года, так называемой эпохи, по сути, это просто произвольная дата, с которой мы начали отсчет времени. Так что все часы на ваших Mac, ПК и телефонах в основном имеют одно целое число, которое обновляется каждую секунду. Но оно просто отслеживает не абсолютное время как таковое, а сколько секунд прошло с 1 января 1970 года. Просто потому, что это дата, которую выбрали люди. Проблема в том, что вы можете посчитать только до 4 миллиардов плюс-минус с 32 битами, и фактически до 2 миллиардов плюс-минус, если вы также поддерживаете отрицательные числа. И проблема с этим в том, что мы снова столкнемся с той же проблемой не так уж и не скоро. Это проблема 2038 года, потому что в 2038 году, в этот день, запомните мои слова, компьютеры могут снова сломаться. Почему? Потому что это 32-битное значение случайно вернется обратно к нулю или отрицательному значению. Так что мы снова пройдем через весь этот чертов процесс. Частью решения, как вы можете ожидать, это просто отложить проблему еще дальше и использовать 64 бита, что, я думаю, даст нам еще 290 миллионов лет. Это больше, чем вдвое, так что в этот момент это уже не наша проблема. Но в основном это и будет решением. Но оно все равно будет конечным, так что мы просто оставляем нашим потомкам фактически разбираться с этой проблемой через несколько миллионов лет, если эти вещи все еще будут работать. Так что если это действительно произойдет, вот конкретная дата, когда в 2038 году наши часы внезапно все еще будут думать, потому что отрицательное число будет вычтено из текущего времени эпохи. Так что они будут думать, что мы вернулись в 1901 год. Так что это имело некоторые забавные и очень реальные последствия. Например, это игра Pac-Man, которую, возможно, играли. Если вы доберетесь до 256 уровня, то, к сожалению, это то, что происходит, потому что они, очевидно, не ожидали, что игроки проведут так много времени, играя в Pac-Man. И у них не было условия говорящего, что вы выигрываете, если доберетесь до 255 или 256 уровня. И поэтому, что здесь происходит, по сути, это то, что весь экран становится очень искаженным, потому что в оригинальном Pac-Man есть целое число, которое считают до 256, но это слишком много, поэтому оно возвращается к нулю. Еще один пример такой проблемы из оригинальной игры Donkey Kong, которая выглядела примерно так же и в мое время. Причем в Donkey Kong была такая математическая формула, согласно которой количество секунд, которые у вас есть для решения игры, было функцией от 10, умноженной на номер вашего текущего уровня, плюс число 4. Это диктовало, сколько секунд вы получаете. Так что, конечно, чем выше уровень, тем больше времени вы получаете по мере того, как уровень повышается. К сожалению, как только вы достигаете 22 уровня, математика в итоге получается 10, умноженный на 22 плюс 4, что дает вам число 260. И они тоже использовали 8-битные значения. 1 байт для представления чисел, что означает, что 260 больше, чем 256. И в результате этих вычислений получилось, что 260 минус 256, если оно возвращается назад, давало людям 4 секунды на прохождение 22 уровня, что просто невозможно. Марио даже не может подняться на пару уровней от того места, где он на самом деле находился. Так что это тоже своего рода хорошо известный баг. И последний, и это еще более реальный, в 2015 году было задокументировано, что Boeing 787 имел не аппаратный баг, а программный баг в следующем смысле. Модель самолета 787, которая непрерывно питалась в течение 248 дней, может потерять свое питание из-за того, что блок управления одновременно переходит в безопасный режим.
Это состояние было вызвано программным счетчиком, который переполнится через 248 дней непрерывного питания. Boeing в то время разрабатывал обновление программного обеспечения CPU, которое устранит небезопасное состояние. И люди сделали расчеты. Оказалось, что Boeing, вероятно, использовал целое число размером 32 бита. И они отслеживали время не в секундах, а в сотых долях секунды, потому что, если вы посчитаете, то после того, как 32-битное значение достигнет 4 миллиардов или 2 миллиардов сотых долей секунды, число возвращается к нулю или к минус 2 миллиардам. И последствия были буквально в том, что питание самолета выключалось. Если вы можете в это поверить, если вы выросли с Windows, Mac OS или чем-то подобным, кто-нибудь хочет предположить, каким было решение, пока Boeing не обновил свое программное обеспечение? Выключить самолет и включить его обратно, потому что это приводит к сбросу его памяти и, следовательно, всех его переменных обратно к нулю. В конечном итоге это говорит о том, что когда вы погрузитесь в набор задач 1, вашей первой задачи на оси, вы тоже сделаете довольно много ошибок, когда дело дойдет до правильности. Вы тоже столкнетесь с возможностями для лучшего дизайна и лучшего стиля. В реальном мире действительно существуют такие проблемы, так что даже если вы испытываете трудности, знайте, что к лучшему или худшему вы в очень хорошей компании. Например, через 3 месяца вы будете в гораздо лучшей форме, потому что это была только первая неделя, и это CS50. Я убежден. Обучение в IT должно быть доступно каждому. Именно поэтому я создал уникальный курс для тех, кто хочет освоить программирование с нуля. Что делает этот курс уникальным? Мы предлагаем полный набор базовых знаний от решения задач и структур данных до алгоритмов и баз данных. Обучение сразу двум популярным языкам — Python и JavaScript, понимание работы веба и создание собственного веб-приложения с искусственным интеллектом. Практические советы по развитию карьеры и поиску работы, основанные на моем личном опыте в индустрии. Наш курс представлен на трех уровнях объяснения. Если что-то непонятно на одном уровне, переходите на следующий, где материал изложен еще проще. Такой подход вы больше нигде не встретите. И самое главное, курс стоит в десятки раз дешевле аналогичных программ от раскрученных школ и станет отличной инвестицией в ваше будущее. Ссылка на курс с весомой скидкой в описании под видео. Присоединяйтесь и начните свой путь в IT уже сегодня.